Решили преподнести старшему сыну подарок за то, что он все лето помогал и присматривал за младшей сестренкой. Долго выбирали и в итоге присмотрели скоростной черный велосипед «Уран». Сын, конечно, был очень рад. Часто выезжал с друзьями кататься по улицам города. Однако счастье Леши длилось недолго. Велосипед из подъезда их дома украли в ночь с 31 августа по 1 сентября. Неизвестный человек, надев черную куртку с капюшоном, вошел в подъезд дома номер 6 по улице Винокурова примерно в пол первого ночи. На видео можно заметить, как человек долго присматривался к двухколесным, а после того, как выбрал один из них, перерезал замок, взял велосипед и уехал на нем в сторону набережной. И заявили в полицию, посмотрели видео, увидели этого мужчину, как режет замок, и уезжает на велосипеде. То есть поступок ужасный, мы не ожидали, 10 лет живем в этом доме. Ничего подобного не случалось. Оставляли и коляски, и вещи, и велосипеды тут. И просто я в шоке и поражена. Ну, естественно, обидно, жалко. Обидно за ребенка просто. По всем фактам сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. МВД по Чувашской республике рекомендует, покатавшись на велосипеде, заносить его домой. Если вам все же необходимо оставить велосипед на некоторое время без присмотра, то пристегните его на замок, а лучше на два. Специальным надежным замком постарайтесь захватить как можно больше деталей – колеса, рамы, седло. Будьте бдительны и внимательны по отношению к своему имуществу. Сабина Вишневская, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.